Добрый день, дорогие друзья! С вами Махина Ирина, лидер компании Faberlic и участник проекта Faberlic Online. Сегодня я вам хочу показать наши пустышки, что я буду брать, что я категорически не буду больше брать. Тут продукции немного, но все-таки решила уже как бы выкинуть, чтобы не лежала и не мозолила глаза. Так, конечно же, эти салфеточки у нас опять закончились. 15 штучек, влажные гигиенические, весенний букет, беспиртовые. Так, код у них 2299. Очень они мне нравятся, мы их берем, я уже вам говорила. Вот они у нас постоянно заканчиваются. Так, салфетка, она же, вот я недавно начала ее пользоваться, никуда она у меня не делась, просто пакетик выкидываю, чтобы тоже не валялся. Код у нее 11524. Что могу сказать? Брала первый раз, очень понравилась, очень рекомендую. Классная просто салфетка из микрофибры. Такой в магазине вы не купите, это честно. Вот она сейчас стоит у нас 159 рублей в каталоге. Возможно, это дорого, но у меня скидка 26%. Я считаю, что это вообще ни о чем. И тем более такого качества у нас в магазине не купить. Вот вчера купила еще и мужу в машину, потому что очень хорошая. Очень рекомендую. Дальше. Это же наш Ланселот. Он уже закончился. Все. Вот уже стоял бутылек. Даже, наверное, ничего. А, да. Ну, запах. Я мужа уже знаю, как бы. Очень мне нравится. Так, код. Код. Код не подскажу. Напишу здесь. Так, далее. Закончились у нас шарики, поменяла, вернее, от устранения запаха в холодильнике. Вот эти два уже пустые, я их открыла. Выкидывать, конечно же, я их не буду, потому что я рукодельница, люблю что-нибудь куда-нибудь придумать. Возможно, в садик что-нибудь детям придумаю, сделаю. Я их беру постоянно. Это то же самое, как получается у нас от киндер-сюрпризов. Что у нас было внутри? Вот я открыла. Вот там такой мешочек. И какие-то шарики. Давайте посмотрим. Я сама лично не смотрела. Сейчас вот вместе с вами посмотрим заодно, что там находится. Вот, вот такие шарики. Знаете, похоже на какую-то крупу, что ли, семена. Ну, запаха от них совершенно никакого нет. Вот так вот они выглядят. Короче, это теперь у нас уже в мусорку пойдет. А это я оставлю, потому что мало ли пригодится. Оно легко защелкивается. И вот потом это пригодится, это в мусорку. Так, далее. Теперь у нас идет серия для ног. Брала я в прошлом году себе замшевые сапоги и к ним взяла вот эту мини-губку для замши. Код у нее... А, забыла про шарики сказать код. 111.60. Кто не пользовался, берите обязательно. Так. 115.60. Короче, вот. Что я могу вам сказать? Да, она мини, она очень маленькая. Вот ширина моей ладони. Мне она вообще не понравилась. Я не поняла, как она должна справляться с моими замшевыми сапогами. В итоге я решила, что больше я такую губку брать не буду. Лучше я куплю, наверное, в специализированном магазине. Пускай будет она подороже, но качественнее. Вот это я себе больше брать точно не буду. Дальше серия тоже для обуви идет. Это у нас крем для обуви, защита и уход для гладкой кожи бесцветной. Так, артикул 11431. Как видите, у нас целый тюбик. Муж у меня сказал больше не брать. Вот этим тюбиком он испортил свои ботинки, по-моему, синего цвета, что ли. Он не смог, хотя вот они, вот такой белый он идет.
запах, знаете, даже что скажу, как будто шоколадом пахнет. Но вот он не смог потом от этого крема избавиться. Поэтому вот он у нас целый практически тюбик. Брать мы его больше не будем, это точно. Вот это тоже пойдет у нас в мусор. Вот я сказала. Вот. Так что целый тюбик улетает у нас в мусор. Черным он, конечно, попользовался подольше, потому что черных ботинок у нас поболее. Но тоже сказал больше не брать. Там, видите, тоже такой же этот. Не знаю, что ему не понравилось. Тут такая вот губка, да. Она так все размазывается вроде. Удобно должно быть. Но не понравилось мужу. Он сказал больше не брать. Потому что за обувью следит он у меня. Это мы тоже больше не возьмем. Это тоже идет в мусорку. Здесь, конечно, не целый что-то. Здесь, ну, почти тоже вот использовано. Так, код у него 11430. Этого мы тоже больше брать не будем, к сожалению. Так, далее. Наш крем. Так, из серии Эксперт Фарма. Крем, восстанавливающий с органином. И домашняя аптечка серии. Вот не знаю, что случилось с ним. То ли я про него забыла, то ли что-то не так пошло. Но в итоге он у меня тоже практически целый. Но от него, сейчас от него просто отвратительный запах идет. И он, видите, он просто весь у меня почему-то скис, не скис, не знаю. Хотя эта серия мне очень нравится. Так, мы пользуемся, у нас и другие эти крема есть. Код у нее 1676. Ну, вот он тоже у меня целый тюбик. И в итоге я тоже его выкидываю. И не знаю, буду ли я его брать. Пока я что-то засомневалась, потому что почему-то он испортился. От него очень жуткий, неприятный запах идет, поэтому я его тоже выкидываю. Вот такое небольшое видео. Кто у нас еще не зарегистрировался? Еще действует акция 16-го каталога. Зарегистрируйся. Ссылочка на регистрацию внизу под видео. Получи себе подарок. Парфюмерную воду от Юдашкина. Буду рада видеть вас в нашей команде. Кому мое видео было полезно, ставим пальчик вверх. Все. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Махина Ирина. Всем пока-пока.